Мы снова с вами и снова продолжаем. Охуенный игроблеск не хуже женщины-кошки. Острого Никиты Ветра и про поехавшего, который раскормил свою жену и прибил кошку на стену. Женщина-кошка и то, и другое в одной были из той же студии. По-моему, кстати, Харвестер, насколько я помню, так она и называлась одновременно с этой игрой. Возможно, даже и здесь студия одна. Так что, ну ты понимаешь, женщина-кошка, так она называлась, Леди Кэт. А поехавший, который раскормил, это был Даунфол. Замечательная игра. Ну что же, мы продолжаем. Вот тут нам написали. Жаль, что студент, у меня сон дефицит. Вот нам подсказывают, студент, дефицит пока еще нет. Вот когда в рабство пойдешь, два чую. Говорят, вот сначала выучись в школе. Вот там-то лафа будет. И что? Выучился в школу, и что? А толку-то нету. А потом еще больше и больше проблем, забот и так далее. Ты не отключил трансляцию, я ее наоборот только что включил снова. Только-только снова включил. Итак, мы продолжаем заниматься нашим аутизмом. Будем медленно ходить, нарезать круги вдоль дорог и вот по-всякому шароебиться. Ну и, естественно, я сейчас вот судорожно ищу прохождение, потому что я же не разбираюсь. Вот, поскольку... интересно, а можно будет за так? Так. Так. Ну-ка, давайте. Тут нашлось одно прохождение. Оказывается, можно и в спальне много чего сделать, а мы даже с этим не разобрались. Ну что же, попробуем разобраться в конечном итоге. Продолжим, значит, наше беспечное аутическое занятие там, где мы его оставили. Загрузимся вот в P1. Принимают ли реквесты на пятничный марафон? Предлагаю с куклами взять паузу и посмотреть Комода но Джикан концентрированный. Нет. Так, нам нужно диск вставить. Диск, где у меня первый диск? Сейчас. Эх, так сложно менять компакт-диски. А ведь это необходимое условие. Так. 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 В общем, продолжим. Итак, давайте поговорим с нашим... Во-первых, изучим, что здесь как. Например, Такер. Днем мистер Джонсон сам присмотрит за своей драгоценной Такер 1948 года выпуска. Так, что бы здесь еще могло быть? Давайте, подсказывайте, а то что, я тут один, что ли? Мистер Джонсон сделал из гаража неприступную крепость для защиты Такер по ночам. У меня боль от такого перевода.
Говорс, мистер Джонсон. Hello, Steve. Привет, Стив! Как дела, жених? Все нормально. Да ты должен быть в экстазе, учитывая, что тебя ждет, если, конечно, ты там уже не побывал. Кстати, я слышал, что Стива не под домашним арестом. Его Паша озабочен получением своего мяса, хотя на его месте я бы больше был озабочен тем, что Стива не получит мяска. I'd be more concerned about Stephanie getting some meat. Right. And you are... А вы? А ты всегда был шутником, Стив. Я мистер Джонсон, запамятовал. Раньше зашел, только закончил полировать такер. Мне бы не помешало немного расслабиться. Но, Коля, Эдна, здесь нет места, чтобы с тобой поболтать. С тобою. Кто такая Эдна? Эдна Фицпатрик, одна из самых высокомерных женщин в городе. Должен сказать, в жатве нет ни одной женщины, которая даст мне отворот поворот. Она владеет закусочной беды, а поэтому у нее полно напыщенных идей о независимости. А ей еще дочку надо воспитывать, поэтому ребенку нужен отец. А Эдне большой сочный член. Well, she needs a good hard penis. Да. Вот такой вот юморок. Напишу, что на работу сегодня, ох, ебать, так-так, срак-срак. Ну что же, работу он пошел на работу. Давайте поговорим о членах. What makes you so sure she needs a penis? Что ей нужен член? Значит, когда Эдна довольствуется чьим-то еще? Может, этого чертова шерифа Дюйна Дуэйна? А каждый день с 12 до часа он поглощает свой чертов пирог закусочной беды. И, по-моему, на десерт ему хочется Эдну. Конечно, у нас в городе всего одна закусочная, но я уверен, в его уме не только еда. Что за Эдна? Эдна, ну это уже было, так, обеды у Эдны. Должен признать, закусочные обеды приносят хорошие деньги, но женщинам нужны не только они. Разве могут деньги согреть ночью? Их можно обхватить бедрами или расцарапать им спину в кровь накрашенными ногтями блудницы. Эдна, так как поживает Стефани? Что, Стефани? Кстати, о Стефани, до сих пор не получил приглашение на свадьбу. С этим вопросом не ко мне. Ничего страшного, лично я бы предпочел сразу прийти к видовому месту. Можешь воспользоваться задним сиденьем моей такер для романтического путешествия. Там полно места, уж поверь мне. Я покатаю вас и не буду смотреть в зеркало заднего вида. Обещаю, и даже если ты захочешь пересесть вперед и немного порулить, я не буду против. Чё же он так за такер-то держится? Heck of an automobile, isn't it? Классная машина. Ну разве не кроссовка? Как жаль, что мне приходится ездить здесь и присматривать за ней, чтобы глупые детишки не поцарапали ее ведём. Похоже, нам дают еще один квест. Давайте, пишите что-нибудь мне, а то я тут один. Если это действительно такер, то я могу понять вашу озабоченность. Я поверю, да, это оригинал. Будь она копией, я бы так над ней не трясся. Я очень щепетилен в отношении моей такер. Я буду переоборудовать гараж в крепость, чтобы закрывать ее на ночь и спать спокойно. Уверен, что в гараже на пару месяцев назад кто-то проник в мой дом с целью попасть в гараж. Мне пришлось очень постараться, чтобы шериф согласился на вечерний патрулив и комендантский час. О, как, даже до комендантского часа мы дошли. Чем-то сюжет этой хуйни напомнил мне Кафку. Все как будто во сне, только главный герой чувствует, что тут что-то не так. Ну что же, пока-пока. Bye now. Покеда. Вот, а я тем временем немножечко покурил прохождение. И, конечно, теперь уже будет не так весело аутировать, но тем не менее. Нам нужно к зданию редакции.
И вот здесь где-то нужно взять лопату. А вот, собственно, изучить зала. Все, что осталось после здания, редакция после пожара. Вот это изучить лопата. На горе зала торчит лопата. Мы ее так и не увидели. Вот. И теперь у нас, пацаны, есть лопата! Вот, с лопатой-то мы можем сделать все, что угодно. Так что... вот. Далее. Надо не просто, вот... вот, с лопатой, а ее нужно использовать, пацаны. Давайте ее возьмем и попробуем покопаться в зале. Ох ты! Изучить зала. Под залой вы замечаете какой-то обрывок бумаги. Давайте вот разберемся. Изучить обгоревшее объявление. Разглашение на городскую распродажу печенья. Поднять. Так, и тут еще есть пуговица. Пуговица от оторванной одежды работника почты. Похоже, она была оторвана. Вот. Так, нам тут подсказывают прохождение. Прохождение свечится один, рестарт год мод он. Хорошее прохождение, молодец. Затралил всех. Так, далее. Далее мы отправимся получать наши посылки с eBay и AliExpress. Так. На почте, собственно, мы еще не были ни разу, поэтому вот... скидка 41% на упаковочный наполнитель всех цветов! Это он так, по Air Bubble. Изучить стаканчик. Раздавленный можно стаканчик со следами губной помады. Я бы подобрал, если вы понимаете, о чем я. Никогда не знаю, что в квесте может пригодиться. Так, что тут у нас есть? Заявление в ложу. Это, видимо, такой пунктик, примерно как госуслуги, только в ложу. Так, изучить часы. 3 часа, показывающих разное время. В общем, совсем разное, если приглядеться. Изучить объявление. Распродажа печенья! Распродажа печенья! Давайте с Бойлом поговорим, что ли. Здесь все равно больше делать особенно нечего. Ну, точнее, можно ящики. Похоже, этими ящиками почти не пользовались. Ясен хуй. Изучить женщина. Слепая женщина пытается прочесть письмо. Я бы ей, конечно, помог, но... давайте, во-первых, сохранимся. И вот мне хочется сейчас попробовать сделать ББПЕ. Может быть, получится хоть здесь, хоть в чем-то. Ну чего ты, братишка? Ну какого хрена, а? Нет, туда не подойти. Тленно-то как, тленно. Давайте посмотрим. Yes? Да, мне нужна помощь, мистер. Мистер Постмастер Бойл. Мистер Бойл, чем могу служить? Так, мне нужно заявление в ложу. Sorry, youngster, we're out of applications right now. Come on, да ладно, у вас наверняка есть. У меня есть оригинал, но я написать нельзя. Копии стиля я снимаю регулярно один раз в месяц, без исключений. Я могу получить банк заявления в ложе. Боюсь, что нет, сынок, их нельзя получить нигде, кроме как на почте. Извините, придется вернуться через месяц, как и всем остальным, и даже тогда я не гарантирую, что ты получишь бланк заявления. Желающих всегда уйма, и бланков на всех не хватает. Очень важно, чтобы я попал в ложу как можно скорее. Так все говорят, патчмейстер Бойл, я бы возьму воду в ложу. Никаких исключений, юноша, это будет неправильно. Вот и все, весь разговор
с ним разговор окончен. Мне пишут, заканчивай это днище. Днище это ты, потому что сидишь, пердишь и нихуя не делаешь. А я только, в общем-то, начал. Итак, однажды и был собак, а Бойл был почмейстер. Вот, так взял бы и попиздел бы, а чего меня-то выгоняешь? И я спрашивал, продолжать или не продолжать. В следующий раз, когда ты будешь отправлять почту, не забудь про... сука. Но у нас есть инвентарь, а в инвентаре есть обгоревшие объявления и пуговицы, и даже лопата. Давайте дадим пуговичку. Использовать пуговицу на патчмейстере Бойле. Боже, моя пуговица потеряла ее несколько месяцев назад. Где ты ее нашел? Забавная штука, я нашел ее на пепелище здания редакции. На что ты намекаешь, будто я замешан в поджоге? Абсурд, ведь после пожарной мере это место посетило наверное человек 100. Хватит молоть чепуху. И что если я, знаешь, я буду только благодарен тому, кто снимет меня с крючка. Как? Ты, похоже, парень не глупый. Давай представим гипотетически, что у шерифа в том числе хранении улик есть канистра, на которой могут быть извлечающие кого-то отпечатки пальцев. Этот кое-кто может быть очень благодарен, если ему ее вернут. Скажем, благодарен настолько, что обеспечит вернувшегося бланком заявление на вступление в ложу. И еще, Стив, если ты достаточно убьен, то сохранишь это в тайне. Ну, начинается. Нам дали еще один квест. Ну что же. Так, дальше. Пойдем отсюда нахер. Так, ну, во-первых, нам нужно вернуться домой. Это я по прохождению, собственно, иду. Дом, милый дом, мне нужны бабки. А бабки это вот главное. Так, где моя комната? Оказывается, здесь нужно было лучше целиться. Вот, и мы сейчас пойдем еще в полицию. Да, дело в том, что здесь есть комод, который мы плохо изучили. А здесь есть... О, господи! Здесь есть четвертак! Ты ведь не сделаешь это? Ты ведь не поспособствуешь процветанию коррупции в системе? Ну, думаю, в этому городу уже не помочь. Так, у нас есть четвертак 1952 года, и его можно спиздить. Также у нас есть какая-то ручка, на колпачке шариковой ручки видны следы от зубов, ее тоже можно спиздить. Здесь какой-то хлам. В общем, все, здесь больше нет. И имея четвертак, мы можем на него чего-нибудь приобрести интересного. Так, здесь у нас в стенном шкафу, я думаю, ничего нету, кроме рубашек и джинсов. И мы пойдем обратно. Пойдем мимо моего братца-аутиста. Пойдем вот... К счастью, здесь налог платить маленькому разбойнику не надо. Пойдем в магазин. К госпоже Фелпс, купим у нее порно-журнальчик. Сколько часов длится это ковбойское шоу, я не знаю. Вообще это где-то на полчаса-час, но мы вот уже 2 часа шароидимся по городу без подсказок. И, естественно, нихуя не получается у нас. Итак, здравствуй, Стив, знаешь что-нибудь купить? Пожалуй, да. Укажи на это пальцем, я немного глуховато. Так, пальцем. Порно-журнальчик. Журнал для взрослых за четвертак. Хотите приобрести? Придется заплатить мисс Фелпс. Окей. Давайте сначала заплатим, что ли. Четвертак. Лишь четвертак поможет вам купить журнал для взрослых.
Журнался дежурными девушками? Стив, ты меня поражаешь. Я ждал такого от помощника шерифа Ловиса, но не от тебя. Он постоянно заходит в надежде полистать журналы для мужчин за моей спиной. Будь тебе проклята, если продам ему хоть один. Бога ради, я знакома с его женой. Но мне вы его продадите, ну разумеется, Стив, это вполне нормально для молодого человека, а так ты уж точно не станешь пожарным. Да, здесь самое страшное — это стать пожарным в этой игре. Это же Малышева. Так, я прошел в телевизоре, малой все смотрит и смотрит. Ну, на самом деле это не шоу, это телекран. Это просто телекран, где вот Big Brother Watch You. Так, ну и, как меня говорил помощник Лумис, он был бы очень и очень обязан, если бы ему кто-то принес журнальчик. Так, и мы отправляемся в полицейский участок. Итак, шерифа уже нет, он съебал, у нас есть ручка, журнал для взрослых, лопата, обгоревшее объявление и разрешение на мясо. Так, порно-журнальчик. Вот это да! Ничего себе! Надо так крыть! О, могу я его взять? Can I have it? Конечно! О, спасибо, Стив. Извини, малец, я должен проверить камеру на наличие чистых полотенец. Ну, с помощником шерифа мы тоже разобрались. Что тут у нас есть? Тут, благодаря спойлерам, я знаю, что здесь что-то должно быть важно. Так, ящик стола не заперт. Давайте изучим его. Итак, что тут у нас есть? Вот это графон, да. Итак, у нас есть изучить записка. Записка неразборчивым почерком. Поднять записку. Есть ключи. Ключ от комнаты для хранения улик. Есть записная книжка. Шефа, так, надеюсь, меня за это не расстреляют. Ну и вроде как больше здесь брать особенно нечего. Это 50-е, Абонема, тогда не было интернетов, поэтому подростки угорали по телеку, сидели перед ним как привязанные или женились, да. Вот пишет, канистр, пизди же. Ну, собственно, вот я ключи взял для канистра, и теперь у нас есть дверь. Дверь заперта, и, по-моему, вот эта вот дверь для хранения улик, если я не ошибаюсь. Так что мы сейчас... Итак, что тут у нас есть? Ну, вы поняли, вы все поняли, правда? Так, изучить двигатель. Двигатель Volkswagen прогнил до сердечника. Неудивительно, что Лумис запачкал эту улику. Ах, что в холодильнике, судя по запаху, открывать холодильник не стоит. Прямо как на моей прошлой работе. Так, доска для дерца. Настоящая старомодная доска для дерца, испещренная дырами и малиновыми пятнами. Колпак Санта, ключевая улика в таинственной серии убийств толстяка Джолли. Канистра, пустая канистра. Поднять канистра. Так, изучить кроссовки. Пара окровавленных кроссовок. Как раз надо малышу, который у меня кемперит около дома. Вот. Так, дворовый дар, это вполне разумно, они незаконны. Так, что у нас тут есть еще? Как изучить цилиндр? Ему не нравились зеленые яйца с ветчиной, потому они его убили. Шок. Изучить набор для бритья. В наборе для бритья не хватает бритвы. Ох ты как. Фотокамера полароид. Просто наведи и нажми. Камеру мы тоже спиздим. Далее, изучить медведя. Пушистый медведь с бензопилой?
Так, что бы такого еще? Качественная модель B17 в масштабе 1.48. Нет, нам это все... Все не то. Ну вы же понимаете, изучить пиво в пивной банке пусто, не считая смоленого осадка. А что бы нам спить? Кепка. Бейсбольная кепка слишком мала для обычной головы. А, здесь должна была быть шутка про Лужкова, но она уже много лет как не актуальна. Так, изучить бутылку. Очевидно, не относящаяся к делу бутылка из-под визенца с длинным горлышком и деревянной биркой. Почему на бутылке такие полигоны? У меня боль, если, поскольку все равно графин здесь пререндеренный. Так, изучить картина. Похоже на одного из дальних родственников Лумиса. Возможно, она так и есть. Этот муляж помогает шерифу выполнять показатели штрафов за парковку в неустановленных местах. Короче, план. Устраиваемся работниками полиции, покупаем муляж гидранта и паркуем всех вот... Ну, вы поняли. Что в шкафу? В шкафе практически пусто. В шкафах, точнее. Изучить замок. Крепкий стальной замок с легкими следами ржавчины. Хороший такой замок. Изучить полку. Маленькая изящная полка для улик. Изучить тост. Самое невероятное орудие убийства. Тост. Пацаны, вы когда-нибудь убивали с помощью тоста? Тосты. Изучить вантус. Берегись человека с вантузом. Я бы его взял. Ну, вы понимаете. Я думаю, понимаете. Бинокль. Бинокль без линз. И главное, больше ничего спиздить здесь нельзя. Так что мы, наверное, пойдем от греха подальше, пока нас не застукали. Можно сдвинуть кукареканье слушателей, игровой текст. Hello, Steve. Where's Loomis? Loomis, am you? Wait, no. You pervert! No! Standing up the mattress again! No. Folding up the towels! No. Turn out the snake! No! Ну вот, так, такая-то вот хрень. Так, дверь заперта, у меня ключа, как всегда, не осталось. Я его использовал на этой херне. Ну и ладно, можно сдвинуть кукарека, не слушать. Игровой текст внизу не видно за ними. Да, тут, собственно, игровой текст, считай, нет, просто названия предметов, по которым я кликаю. Вот нам подсказывают, что это был БДСМ. Да, именно что БДСМ в чистом, причистом виде. Так, ну что же. Нам остается получить анкету. Вот, и считайте, здесь дело сделано. Так. Так. Конечно, играть с прохождением это не камильфо, но мы же занимаемся аутизмом. Итак, мы идем на почту. И вот тут случайно, вот моя мечта, конечно, я не буду ее рассказывать, потому что дело подсудное, но вот взять вот канистру, прийти и вот примерно сделать вот то же самое. О, боже, поверить не могу. Спустя все это время... Где мое заявление, Бойл? Вот, держи его. И моя благодарность. Знаешь, во время сегодняшней прогулки я заметил на крышах еще много телевизионных контент. Такое чувство, будто с каждым днем их становится все больше и больше. Ты принес ее как раз вовремя, и лучше похоже, она мне снова понадобится. Ты дал мне эту кану just in time, youngster. I may have need of it. What do you mean? О чем вы? Есть еще одна причина, по которой шериф Дуин не расследовал пожар в наблюдателе. Если хочешь накопать кое-что на этого будущего обогателя, поищи возле телестанции. Пока еще не поздно. Во как оно. Пока еще не поздно. Но мы с телестанции, около телестанции уже были.
Однако, у нас вот использовать ручку остается на... Так, где у нас ручка на анкете и... А стоп, а может быть стоит ее сначала отксерить, потому что тут был ксерокс в бакалее, может быть там ее можно будет попользовать. Мы снова идем в бакалею, благо это по соседству, и попробуем отксерить. Мне кажется, это будет хорошее решение. Так, а мы берем наше заявление в ложу и юзаем на копире. Well, that didn't work. Damn it. Well, that didn't. Well, that didn't work. Well, that didn't work. Well, that didn't work. Я не могу понять, что он говорит. К сожалению, ну да ладно, похуй. Не можем так, хер с ним, пойдем сразу в ложу. Итак, самое большое и охуительное здание — ложа. Вот тут где все эти символы. Изучить дыру. Из темноты жуткие злобы светятся красные глаза. Из стока сочится подозрительная зеленая жидкость. Ну, в общем-то, все как у меня дома почти что. Так. Собственно, здесь стена еще есть. Похоже, кирпичная кладка была заложена в средневековье. Ох. Гобелен такой же древний, как и само здание. Ну, хоть логотипчики не тратились, уже неплохо. Так, так, давайте поговорим, нам только это остается. Только послушники могут пройти в зал Ордена полуночной жатвы. Вы что-то сказали? Нет, но мой разум прикоснулся к твоему. Телепатия? Но как? Мое внимание заслуживают только те, кто ищет просветление. Ты жаждешь истинного знания. Да, стоит кирпичная стена. Стоит кирпичная стена. Что за знание-то? Запретное знание, забытые удовольствия. И удовольствия еще неизведанные. Но ты, как и тебе подобные, не можешь вкусить его до поры до времени. Сначала ты должен заполнить заявление для рассмотрения возможности посвящения тебя в таинство. Во как, напишет копира, сейчас он найдет компьютер и запилит радио. А что? Бумажная волокита, зачем мне заполнять такую форму? Тем более, что у Пинки-няшечки для этого был фингербокс. Вставляешь пальчик, и вот ты отправляешься в мир вечного наслаждения. Ладно, да, бумажная работа. Членам ордена известно множество скрытых истин. Например, они знают, что шепчут ветру деревья, чтобы он забыл. Они знают, кого червю поглощать гниющую ногу. Они знают то, что ты забыл. Вы же говорите про мою амнезию? Когда ты найдешь путь, тебе откроется истина. Когда ты обретешь истину, ты узнаешь то, что когда-то знал. А если что-то останется забытым, значит, этого не стоит знать. Да, были же игры, но даже их я не осиливаю. Вот, давайте поговорим. Ты получил бланк заявления? Если ты ищешь знания, должен искать его с первого момента понимания его необходимости. Да мне плевать, меня достал этот жатва, кажется тебе странной. Все весьма необычно. Казалось бы, в этом вся суть вещей. Все зависит от точки обзора. Только в ложе можно обрести истину. Кстати, жатва есть в Стиме. Если вы не знали. Так, ну что же, дадим ему бланк и хуй с ним.
Я сказал тебе, что надо сделать, пока ты не появишься, а мне нечего тебе сказать. Дебил, блять, а не мог слышать, чтобы я взял ручку и заполнил этот бланк? Смотрю, ты смог получить бланк заявления. Это показывает твою полезность, необходимую черту для уважаемых членов. Драгонсфер тоже есть в стиме. Нужно отдохнуть, возвращайся, чтобы получить свое следующее задание. А с высоты страшнее все выглядит. Все про меня. Что тебе хочется конкретно тут развидеть? Что тебе не понравилось-то? И вот мы снова в своей комнате. Зачем нам показывать этого волосатого жиробаса с сиськами? Если что, этот волосатый жиробас с сиськами и есть... главный герой всей этой игры. Мы ведь играем именно за него. Так, ну что же, давайте попробуем с маленьким пиздюшонком сторговаться. Он говорил, что ему нужна обувка. Поэтому дадим ему и обувку, и газетку. Газетку надо не забыть, а то сейчас нас из калаша порешат. Вы ведь помните, что бывает, когда вот не дать маленькому пиздюшонку вот газетку? Вот, это же откуп. Эй, Стив, ты сделал доброе дело, мы сидим в этом где-то, продолжая в том же духе, у нас не будет никаких проблем. Я ведь немного прошу. Да, ты немного просишь, маленький гаденыш, особенно учитывая то, что у тебя калаш. Так, у меня есть окровавленные кроссовки, малец. Отлично, вот ключ от школьной кладовки, они встречаются там каждый день около 15:45. А как только все уйдут домой, несколько раз я в ней прятался, и чувак видел такие вещи, что не каждый желудок выдержит, поверь мне, ты не прогадал с обменом. Итак, у нас есть еще и ключик. Пацаны, куда пойдем? Можно пойти в школу, а можно пойти, как нам сказали, в орден за новым заданием. Игорь Блядск вместо ТНН, да, потому что сегодня у нас как бы день праздничный, а вот в праздники про тян мы не вспоминаем вообще. Так, это не значит, что надо заставлять игрока смотреть такую мерзость, словно ты не раздеваешься перед сном и, например, не смотришь в зеркало. Так, нам пишут, что лучше в школу. Ну, пошли в школу тогда. Подглядывать. Хотя, с другой стороны, сейчас только лишь утро, а раздевалки в 15:45 будут. Ну что же. Итак, что тут у нас есть? У нас есть кладовка, которая заперта, но, к счастью, у нас есть ключик. Ключик от кладовки и... А-за-за! Пацаны! У меня стройное кавайное тело, не, а он уродлив. Ну, это все относительно. Короче, я думаю, что нам нужно взять полироид. Ай!
Извините, попались. Попались? А? Что? Трах в школьной кладовке. Что подумают люди? Вздумал нас шантажировать, мелкий засранец? Успокойтесь, мистер Кеннон. Стивен никогда так не поступит. Он веселый мишка. Но мы должны показать ему нашу признательность за его молчание. Вот, Стивен, возьми эту бейсбольную битву. Весьма полезная вещица. Вот, вот что значит годы педагогики. Пацаны, пацаны, мне страшно. Мишка, ну да. Она, видимо, видела его, как хотя, с другой стороны, его телеса не слишком до Мишки-то дотягивают. Короче, шантажировать дальше или удовлетвориться тем, что имеем? Мне, честно говоря, страшновато. А вдруг меня сейчас расстреляют или этой же самой битой уебут? Она ведь с годами педагогики и практики использования биты. Так что она все может. Мы должны показать ему нашу признательность, поэтому пригласим его третьим. Так, пишут, первый шантаж. Шантажируй. Ну ладно. На большее можешь не рассчитывать, у нас нет больших денег. Мы учителя, а не уборщики. Так, ты возьмешь биту или нет? Ладно. Мудрое решение, Стивен, бери биту, а мы возьмем фотографию. Короче, приклеенная на стекле записка гласит: «Прости за задержку с починкой сигнализации, босс Искорка». Да. Даже не поюзут. Ну, теперь-то мы знаем, что чем занимается Искорка на самом деле. Так. Ну и пойдем тогда обратно в ложу. Насколько я понимаю, ты хочешь быть посвящен таинству Ордена Полуночной Жатвы? Нет, я передумал, у меня плохое предчувствие насчет этого чертова места. Плохое предчувствие — это то, что охватывает детей, когда ночью открывается настежь дверь туалета, или одинокую женщину на шоссе, когда начинает глухо двигаться автомобиля. Плохое предчувствие не должно останавливать человека, однако если ты не желаешь вступать, то незачем продолжать. Школа имени Гея, ну, хорошая шутка. Ты хуже пыли, плевел, которые должны быть отброшены. Берегись, жатва приближается. Ладно, пацан, я согласен. Насколько я понимаю, ты хочешь быть посвящен в таинство Ордена Полуночной Жатвы? Да, да, амен, аллилуйя, я хочу. Очень хорошо. Знай, что подача заявления — лишь первый шаг по дороге к просвещению. Теперь ты должен выполнить ряд заданий, чтобы доказать свою ценность как послушника. Ну что за задание? Всего-навсего маленькие шалости. Ничего сложного. Скорее, проверка на остроумие, а не на смелость. Но ты должен выполнить их, если желаешь войти в эту дверь. Маленькие жалости, да? А что у вас на уме? В жатве есть человек по имени Джонсон.
Он владелец Таки. Это его гордость и отрада. Я хочу, чтобы ты поцарапал ее. Сука! Поцарапал и все? Я уже говорил, маленькая шалость. Учти, не нужно уничтожать машину, только поцарапать. Возвращайся, когда сделаешь это, и я дам следующее задание. Ну вообще охуеть. Так, ну, пойдемте к Джонсону, будем царапать машину. Так, что бы у нас было такого? Мы можем взять ключ от кладовки, попробовать им поцарапать. Эй, какого черта ты делаешь? Держись оттуда подальше. В общем, нам нужно как-то избавиться от мистера Джонсона. С другой стороны, у нас есть лопата. Меня это совсем не интересует, Стив. Эх, а я бы взял лопату и вот... Ах ты долбанный сукин сын! Шериф! Мистер Джонсон сам присматривает за своей драгоценной Такер. Да, похоже, мне нужно как-то бежать. А бежать-то особенно некуда. Короче, конец игры, пацаны. Ёбаный ты аутист. Пизди. Ну как я буду человека-то пиздить? Меня мама учила, что пиздить нельзя. И вот мы к тому же зафейли. Ты ж драться должен, омешка и бита у тебя. Ну. Я же омешка. Так. Что тут у нас есть? На каком я моменте? У нас даже нету... У нас только вот лопата и пуговка есть. Ну что же... По-быстренькому будем все скипнем. And what if... Вот, у нас давно не было сейвов, так что все тленно и безысходно. Так, по бырику. Очки же есть. Так. Не сделал бэкапы. Ну и какие бэкапы-то? Я же не знал, что меня вот уебошат-то. Так. То есть даже выбирать не надо, журнальчик сразу продают. Сразу знают, зачем пришел. Нам дают ссылочку... на Автентакль, но этот говносайт у нас зойбанен, и смысла этого нету. Так. Мы сразу идем в полицейский участок. Так. Coming around, I'm out
А, стоп, ну, нам ключи еще надо найти. Кроссовки для домашнего вымогателя. Так, дальше нужна фотокамера, где-то здесь стоит. Так, и, конечно же, канистра, ради которой я и пришел. Так, где-то тут. Где я взял фотокамеру? С какой полки? Так. Ну и придурок, старательно уворачивайся мышкой от фотокамеры. Я ее не вижу, где она? Где-то она здесь должна была быть. А, вот она. Так. Well, that didn't work. Так, и правда аутист. Ну что же. Аутизм, это же, ну что же вы. Hello, Steve. Where's Loomis? Loomis, damn you! Wait, no! You pervert! No! Cleaning up the mattress again! Folding up the towels! Snake! No! А ебошь с каким-то человеком и законом. Да ёбана. Oh my god. Here. Yes? I need some help. Postmaster Boyle? That's just Ben. Unlike the... I tell you, the newspaper building burned. Next time you post... Так, что у меня есть? У меня сейчас есть заявление, которое я могу запомнить. Стив, никто мне не сказал, жатва, почтовый индекс, да, замечательное заявление. Да. What do you people want from me? Welcome to our order.
times. Из-за того, что не сохранялся, нам пришлось второй раз смотреть это непотребство. А ты видел, что происходит там в пожарной части, а? То, что в пожарной части по твоему потребству? Так. Пойдем, взяв газетку. А то, если мы не возьмем газетку, то нам сейчас пизды дадут. Алло, у нас газетка-то... У нас газетка с вчерашнего дня в кармане валяется. Итак, во-первых, заплатим мзду пацану. Hey, Steve. Вот, во-вторых, дадим ему кроссовки, а то совсем бедняга гапует. Swell. Вот, ну и пошли сразу в ложу. What kind of... Minor pranks. Minor prank, eh? There is enough... Ну что же, пошли к Такеру. Да-да-да, сохраниться не забудь. Ну и вот, сохранимся. Так, значит, берем, значит, лопату и ебошим hey. Такер. И ты чего там? Я же сказал, лопату и ебошим Такер. You rotten son of a... Голыми руками! Против монтировки. Теперь это стритфайтинг, пацан. Всем Mortal Kombat. Только непонятно, у кого эти хилсы. И кто от этой хуйни выживет, потому что... У меня вот тоже рубашка раскроена. Надо было, наверное, пойти в школу, да, и взять биту. Из-за того, что ты не сохранился, нам пришлось второй раз смотреть это непотребство. Биту сохраняйся, он неуязвимый, бей его битой. Нет, он все-таки немножечко кровишки-то испускал. Но так или иначе, ладно, а пойдем все-таки за битой в школу. Ох. Так, школа Гейна. Его не нужно убивать, задание на смекалку, а не на мускулы. Ну я ж тупой. Поэтому мы сейчас пойдем методом силы. Вообще нужно было, по идее, съебнуть. Но заметьте, дверь-то уже была открыта. Почему она открывается второй раз? Здесь анимация совершенно излишняя. Убирайся, черт побери, убирайся сейчас же! Еще раз. Или... Окей. Well, that didn't work. Окей. Well, that didn't work. Пацаны, а может быть фоточку использовать, а? Мне биту, короче, не дают теперь. Фу. Well, that didn't work.
Надо заглянуть в Elk True. Чего тут нужно? Так, поговорите с мистер Плос, да, попросите разрешения увидеть Стефани. Так, чтобы получить первое задание. Говорит, с мистером Поздом, попросите разрешения увидеть Стефани. Теперь наверх в ванной комнате, откройте шкафчик и выгребите все оттуда. Поверните картинку, посмотрите на Стефани. Отправляйтесь на почту, используйте баночку с красителем на крышке люка. Заберите ключ. Ёпт, что за хуйня? Так, нам нужно разобраться. Так, отправляйтесь в школу. Отоприте полученным парня ключом дверь справа, сфотографируйте, отдайте фото и получите бейсбольную дубинку. Разбейте стекло сигнализации. Теперь путь к пожарным Fire Station. Возьмите в гараже лестницу и топор. Ёпт вашу мать. Да поговори ты с ними еще, аутист. Ну, сейчас я это и пытаюсь сделать. Итак, давайте просто поговорим. Но я даже поговорить с ними не могу. Видите, как... может только изучить шкафчики. А они более вообще не кликабельны. Так что мне столько и остается, что изучать фоточку. Фоточка хороша, тем не менее. Загрузка, я так думаю. А нет, вот смотрите, он снова тут. Seeing you here again, one would think. Пока-пока. Drop in again soon. Ну, где фоточку возьмешь? You smug, filthy little bastard. Put that away now. Сейчас же ее спрячь. То есть, похоже, нужно все-таки бабе отдать. Выкинь, черт возьми! А если еще там детям показать? Damn it. Okay. Oh man. Damn it. Okay. Well, that didn't work. В общем, им похуй. Okay. Короче, абсолютно похуй. Steven, I'm glad you're that. Да, здесь... Stop by any time, Steven. А это что за хуйня здесь? Некликабельно. В общем, все абсолютно похуй. И всем главное похуй. Так что остается только загружаться. Мой аутизм растянулся аж на 15 минут. Huh? What? Screwing in the school broom closet? Are you... Calm down. That a boy. Возьми, take the bag. And we'll take the phone. However, will I keep the children in line now? I have a spare I can bring in tomorrow. Если теперь вы не предпочтете бензопилу. I'll talk to Mrs. Phelps. Я поговорю с миссис Фелпс. И все довольны. А я отправляюсь мочить. Мочить будем. Вот, но на всякий случай еще разик сохранимся. Потому что у нас ведь аутизм. Вот.
Итак, попробуем просто подойти поближе к машине. Так, Кирилл. Проходим сквозь машины. Это стелс. Это уже фейл. Да ебана! Да ёб! Так, теперь мы возьмем Да ёбана, хули ты вертишься? Мы возьмем лопату и боже. Hey, what the hell? Ну нам этого мало. Мы все равно возьмем лопату и. You run, sir. И вот пошла скриптовая сцена. Единственное, что я могу сейчас сделать, это Нет, короче, махач не избежать, с битой тоже непонятки проходят. Давайте загрузимся и попробуем его подебить, а еще каким-нибудь способом. Например, возьмем сразу биту и устроим махач. Меня это совсем не интересует, Стив. Так что бежать не получается. Вот в чем и дело-то. Вот. Okay. Well, that didn't work. Damn it. Well, that didn't work. Well, that didn't work. Damn it. Так. Ну, остается только лишь лопата. Хотя можно было бы еще ручки. Так. Okay. Well, that didn't. Well, that didn't. Okay. Well, that didn't work. Только лопатой. Потому что, вот смотрите, я могу отойти в сторону, вот, и hey. Поцарапать. Вот второй раз я пытаюсь поцарапать, так? You rotten son of a... И видите, я перемещаюсь сразу. И меняется хитбокс. Я просто не могу покинуть это вот место, поэтому мне остается только вот лишь... Короче, завалили. Упертый ты осел, его нельзя отпиздить, просто дождись ночи. Ну ладно, просто дали же задание, ну. Все это мне, для меня это сложно. Так, что нам подскажет Well-True? Так, первое задание мы получили. Ну, пошли тогда к Стефани, к моей возлюбленной. Хотя, в общем-то, мы и так знаем, что тебе не нужны. Tekken 3 Namco предлагает, ты проиграл хреново. Чё, блять? Так. Итак, передал привет отцу от меня. Да, конечно. Слава богу. Мне не помешали бы хорошие новости, я только что узнал. Орден отклонил мое последнее заявление. Видимо, нам все-таки придется проводить свадьбу у Мойхана. Нахана. Пока. Так, сюда даже не пойти особенно. Может, только на кухню. Hello, dear. Здравствуй, дорогой, пришел поговорить со Стефани. Да. Она наверху, поднимайся, только помни, что до свадьбы она под домашним арестом. Пока. Give my regards to your parents. Какого хрена меня не пускали раньше? Я, честно говоря, думал, что сейчас здесь будет какой-нибудь труп, и поэтому меня и не пускают. Так, изучать книги. Эти книги, скорее всего, муляжи. О, как... У этого искусственного растения достаточно воды для роста. Ну, вообще, охуеть.
несколько книг про сырое мясо и его пользу для здоровья. Ну, прям доктор Попов. О, моя будущая женушка. У нее хороший вкус. А музычка, музычка. Порыться в ящиках нельзя. Ах. Кто ты? Что ты делаешь в моей комнате? Ты что, не слышала? Мы скоро поженимся. Значит, это ты, Стив, да? То есть ты меня не знаешь? То есть я никого не знаю и вообще ничего не помню. Сколько раз мне это повторять? Мне хватит одного раза, Стефани, потому что я тоже ни черта не могу вспомнить. Правда? Слава богу, мне казалось, что я одна в этом мире, а ты не одна. Можешь рассказать мне, что происходит? Те люди внизу заперли меня в комнате и сказали, что до свадьбы я под домашним арестом. О как! Что за те люди? Они утверждают, что они мои родители, и я не могу это оспорить, потому что так или иначе я сама точно не помню, но чувствую, что это не так. И я тебя понимаю. Никто не верит, что у меня амнезия. Кто-то из этих людей тоже тебе верит. Может, они строят из себя дураков? Зачем? Возможно, они причастны. В любом случае, здесь творит что-то подозрительное, действительно странное. Я должна сбежать, и ты тоже, потому что в некотором смысле, по-моему, мы оба под домашним арестом. Еще бы, если бы я был в городе из трех улиц, тут такое бы. Так, наказание. Это какой-то бред. Они хорошо ко мне относятся, но не позволяют выходить из комнаты, даже во двор, только после свадьбы. We'll tell you why. Они говорят тебе почему. Я не оправдываюсь разными моими поступками. Ни в одном из которых я не помню. Так что я просто весь сижу здесь, смотрю на верхний закон и слушаю звуки в доме. Ты видела или слышала что-нибудь, что поможет нам прояснить картину происходящего? Просто деревня Хинамидзао какая-то, убийство, фигураши. Каждое утро к дому подходит странный мальчик и забирает газету. Он не приносит ее, а забирает макулатуру, которую миссис Поздер оставляет на крыльце. Иногда она забывает это делать, и мальчик просто выходит из себя. У меня от него мурашки по коже. Anything else есть что-нибудь еще интересное? Иногда я слышу эти странные, скрипящие звуки в ванной, как будто кто-то скребется сквозь стены. Возможно, когти. И мистер Поздам, мне не нравится, как мой дорогой папочка на меня смотрит. А я его постоянно за мной наблюдает. Но он особенно. You don't think they're dangerous, do you? По-твоему, они опасны? По-моему, все это место опасно. Я думаю, мы должны сбежать. До того, как станет слишком поздно. Ох как. А как же свадебка? Мы же хотели поебаться там. Свадьба только через 3 недели. Не так много времени, чтобы узнать друг друга, не так ли? Не беспокойся. Неожиданные идеи с вами мне начинают нравиться. Спасибо, но я выйду ни за кого, пока все так, как оно есть. Здесь понимаешь, согласен. They can't force us to go through it. If it comes down to it, we just won't take the vow. Если до нее дойдет, мы просто... I don't think anything in harvest is that simple. Все так просто. Большинство уверены, что мы поженимся. Why? С какой стати? Поздам хочет обещанное твоим отцом мясо. Твои родители заставят тебя здесь обосноваться. Миссис Поздам хочет, чтобы свадьба прошла в ложе. Я хочу просто сбежать. Ну вообще, охуеть. Ложа, побег, пока. Вот приходишь ты к своей бабе, к миленькой Тянке, ну, вроде бы. Вот, посмотрите на ее ебальце, собственно, чтобы было ясно, о чем разговор. Вот она. И вроде бы все хорошо.
Но вместо того, чтобы поебаться и поиметь там секис или какие-то другие душевные профиты, у тебя выбор. Ложа, побег, пока. Ложа, побег, пока. Вот такая-то убер-безысходность. Ну что же, а чё за ложа? Все в жаркой вроде превращаются друг в этой проклятой проклятой ложе. Вроде за полученные жатвы. Они обязательны на распродажу печенья и городскую сдачу крови. Когда люди говорят про ложу, они делают это приглушённым благоговейным голосом. Мам keeps telling me that we can't join. But she keeps pressuring me to get you to join. She's not the only one who wants me to sign on with the lodge. Actually, I've already filled out my application. That's probably the worst thing you could do. You think the lodge is some kind of trap? I think all of Harvest is a trap. That's true. Maybe joining the lodge is the way out. Look. Слушай, почему бы тебя не изучить этот городишко, будь у меня возможность выйти, я бы так и поступил. Возможно, у тебя получится выяснить, ну что здесь происходит, не приближаясь к ложе. Ты на самом деле так боишься ложу. Когда я смотрю на это сверкающее в ночи здание, мне становится страшно. I mean, look at the damn thing. Seem like a harmless bunch of masons to you? Да. Escape? Harvest is a prison, Стив. Не забывай об этом. Ты перегибаешь, они просто немного чудные. You haven't been locked in your room. Ты не был целую неделю заперт в своей комнате. Ха-ха. Может, у меня амнезия и полная, ты выглядишь знакомым, будто мы встречались раньше, в другой жизни. Like we've met before. In another life. Maybe we really возможно, do live. Мы на самом деле всегда здесь Maybe жили. We were together, возможно, мы были вместе and с нами обоими, что-то произошло. Какой-нибудь an несчастный accident. Случай. Something. Neither of us has bumps on our heads, if that's what you're головы, getting at. Если уж Have you been able to remember anything else? Что-нибудь еще? Anything at all? Well, ну, мне снится потрясающий сон, точнее, фрагменты сна, странные абстрактные картины, жидкость, хром. Strange abstract images. Liquid. Probably just a dream. Возможно, это просто сон. Что ж, ты думал, ты как избежать из жатвы? Ну, понятно. Пока, пока, пока. Ладно, давай заканчивай, уже все спать. Хотя, наверное, никто не пишет даже. Ой, да иди-ка ты. Потому что, в конце концов, мы уже играли 2 часа и тоже все пошли спать. А теперь мы снова сидим и снова играем. Так. Если, как понимаю, больше делать особенно нехуй. Пойдем пошаримся по другим комнатам. Что здесь у нас есть? Изучить ванну, тонкий слой. Волос покрывает практически каждый сантиметр керамики, а резиновая удочка уже свое отслужила. Ах, я бы приобрел эту удочку, если вы понимаете, о чем я. Мистер Потс, да, мы слишком далеко зашел в шутки с искусственными растениями. Ах, да. Так, в мусорном ведре корзина доверху наполнена комками, использованных салфеток, некоторые прилипли к стенкам. Ха-ха. Так, полотенца жесткие, как доски. Так, из окна открывается шикарный вид на алюминиевый сайдинг. Действие туалет. Ох, эти чарующие звуки. Похоже на группу наждачка, эта интерация будет очень болезненна. Просто прелесть. Кто-то использует это искусственное растение в качестве туалета. Ну, я так думаю, это какие-то животные. Она покрыта чем-то вроде зубной пасты, лобковых волос и соплей. Заебись, Игорь, не останавливайся, все равно делать нехуй. Два чую. Хотя, не, на самом деле, у меня есть работа. Я сегодня исправил кучу багов, но на самом деле, вроде как, посадил еще больше. Так... Вот, в принципе, я отсюда собрался уходить, но если бы не walkthrough, я бы это уже даже и сделал. И что же тут в шкафчике с лекарствами полно препаратов, предметов личной гигиены. Давайте пошаримся. Что же здесь?
аспирин, лучшее средство от головы. Взять банка суперсильной Оралмази, идеальное средство для входа и выхода из узких мест. Ох, да, лекарство от кашля, дезинфицирующее средство, убивает дрожжи, не использует приготовление печенья. Вот его не взять. Витамины, новые энергетические витамины вас взбодрят. Тампоны, Стефани, зубная паста. Нет, ее не взять. Зубная нить. Зубная нить около 300 метров. Я думаю, неплохая вещь для побега. И даже пластыри. Но их тоже, к сожалению, не взять. А я, вы понимаете, да. Вот, короче, съебываем отсюда. И идем. Дверь кладовой не поддается. Ну что же, что же. Вот-вот и все. Так. Так. Тут. У меня есть, по идее, ключ. Ключ от кладов. Мы тут не подойдем? Нет, не подходит. Так, тут, в принципе, подсказывают мне, что я, аутист, забыл сделать важную вещь. А именно, изучить картину. Просто прелесть. Но не просто ее нужно изучить, а ее нужно как-то сдвинуть. Вот. А вот чем и как ее сдвинуть, не очень понятно. Давайте попробуем хелп. Так, влево-вправо, нанести удар, удар нога по ногам. Зависит от того, куда Стив смотрит, чтобы нанести удар в живот. Чтобы пригнуться, чтобы двигался быстрее. Все не то. Изучение, выход, щелкайте по персонажу, когда указатель мышь принимает такую форму, чтобы Стив наносил удар и стрелял. Да. Пацаны, я что-то не разбираюсь. Не разбираюсь, что сделать, чтобы вот портрет, по крайней мере... Мануал говорит, что его нужно сдвинуть. Может быть, какой-то предмет на них, например, лопату можно поюзать. Well, that didn't work. Так, что еще могло бы... Okay. Man. Нет, мне кажется, это плохая затея, и из этого мало что хорошего выйдет. Другую картину попробуй. Нахуя забрал тампоны? Ну, это же квест. Все пригодится. Так, так, попробуй другую картину. Вот эту. Давай. Эта картина висит немного криво. Отличная кат-сцена. Нет, прям вот можно прокрастинировать и прокрастинировать. Да. Причем без перерыва. Да, прям вот мечта подглядывальщика. Ладно, пойдем дальше. Так. Пойдем.
Так, где выход? Так, поскольку я играю не просто с Русиком, а еще и с Велкджу, мы идем на почту. Sorry, son, no time to talk. Neither rain nor sleet nor snow nor hell shall keep the mail from its appointed rounds. Назначенного маршрута. В общем, он даже не хочет разговаривать. Ну не сволочь ли? Так, ладно. Ладно, с ним мы попрощаемся. Next time you post, don't forget the zip code. Да, не забудьте zip-код. Впрочем, нам это особенно и не надо. Нам нужно здесь баночку Орлмази. Вот как мне... Ключ от люка на... Well, that didn't work. Вот как я должен был до этого догадаться? Такие аметисты, как я, до этого не могут догадаться. В принципе, для меня это просто нереально сложно. Сумерки опустились на жатву. Итак, ну что же, пойдем к дому Джонсона. А здесь уже нет ничего. Ни машины, ни главное. Мистер Джонсон сделал из гаража неприступную крепость для защиты Такера по ночам. А вы говорите, дождись. Ну что же, по крайней мере, у нас есть ключ от люка. Вот это действительно... Супер решение. Ключ от люка. Небольшой проход ведет в канализацию. Ну что же, а в канализации мило, тепло и гораздо чище, чем в моей квартире. Итак, надо где-то здесь перебраться. Так, вся поверхность вентиля покрыта мелкими капельками воды. Значит, холодная вода. Очевидно же. Так, к сырому полу прикручена ржавая решетка. Так. Треснувшая стена. С ней видно небольшое углубление. Damn it. Okay. Damn it. Well, that didn't work. Okay. Well, that didn't work. Так. Большая часть стены была восстановлена после разрушения ее водой. И... Вообще охуенно. Как я, блядь, с прохождением не могу разобраться, куда копнуть. А здесь вон как. Так, здесь, мне кажется, что-то проебали. Или это был собственный хитбокс? Так. И главное, освещение. Есть хорошее освещение. Банки! На пол разбросаны пустые банки из-под масла.
особый автомобильный воск, заказанный в журнале Hot Rod. Так, маслосборник. Большой маслосборник, заполненный гайками и болтами. Так, а вот, собственно, и наш такер. Изучить вилы, старые ржавые вилы. Эх, взять бы их. Сволочь! Мог бы поменьше поцарапать. Он же не сказал, насколько сильно надо. Так, верстак. На верстаке мистера Джонсона куча всего интересного. Давайте посмотрим, что здесь есть. Молоток, точнее киянка, резиновая киянка, незаменимая в борьбе с сусликами. Фонарики, как всегда, и на батарее, крестовая отвертка. Вот это мне нужно, естественно. Так. Так. Так, так, так. Что бы еще здесь такого изучить канистра? Такая же, что и у почмейстера. Шлиф станок, я думаю, нам не пригодится. На боку лояльная лампа, выгравированные слова. Думаю о тебе, Эдна. Ну вообще, охуеть, охуеть. Так, что у нас тут еще есть? Изучить мешки вдоль стены, выложенные мешки с мусором. Так, тележка. Может, пригодится после свадьбы. Взять тележку. По-моему, это не тележка или тележка. Поднять вилы. Вот, я думаю, вилы мне тоже пригодятся. Не знаю, зачем они мне нужны, но вот чует мое сердце, что вилы нужны. Изучить окно. Ну. Ладно, валим отсюда нахер тогда. Так, как валить-то? Я вроде отсюда пришел. Куда валить, пацаны? Как свалить ты? Сюда не зайти, сюда тоже не зайти. В окно разве что. Как свалить? Вот, в принципе, сюда можно было подойти, но он сюда не идет. Так, у меня, кажется, аметизм. Сохранись под машину, нажми, под машины попробуй. А, да, попробуй. О, точно, выход. Сохранюсь, сейчас как раз в привратнику схожу и сохранюсь. Мне, кстати, не очень приятно, почему какое-то хуйло вот заставляет меня царапать чужие машины.
Любое мое первое задание. Раз ты заработал тагер, ты можешь приступать к второму зданию. Украдешь пожарных молоток, моток ткани и принесешь его мне. Ну вообще охуеть. Понятно, значит, ложь состоит из воров. Человеческий разум всегда пытается описать явление, чтобы классифицировать его, тем самым получить контроль над непостижимой вселенной. Предчувствие, однако, не есть истина. Все твои представления о Борде не просто домысел, осознание которого покажет тебе, что даже память иллюзорна — это всего лишь химический отпечаток на мясе, который, как положено, когда-нибудь разложится. О как! Короче, всем мясо, пацаны. Вот настоящий медик у нас тут. Ты вернешься, если хочешь оживить разлагающийся труп с твоей памяти. Ответ найдешь лишь здесь, и Стивен. Не забывай об этом. В общем, пацаны, это ловушка. И мы снова смотрим. Шо? Опять? Да, опять. Прикинь, спать нужно каждый день. И каждый день один и тот же кошмар. Текстурки надевает. Фу, вот это жизнь. Ну что, теперь нам нужно пойти как минимум в школу, вот, и попробовать отвлечь пожарных. Нам нужен моток. Мы, как всегда, берем газетку. А то нам дадут пиздюлей. Окей. Well, that didn't work. Видишь, как все просто, а ты не забываешь вынести мне газету. Между нами возникает недопонимание, и пусть так, все так и будет. Ах, он алхимист напоминает. Ну, что-то такое есть. Так, в школе установлена сигнализация пожарная, поэтому мы идем в школу. Так, изучить пожарную сигнализацию. Стеклом ручка... Включение пожарной сигнализации. Действие. Так, и пока в пожарной части никого нету, можно здесь позаниматься разной хуергой. Изучить лестницу. Вот, взять лестницу. Да, вот в карман положу сейчас лестницу. Изучить пожарный топор. Вот, вот тоже в карман. Пацаны, я так, по карманам рассую, и вы не против, надеюсь. Интересно, там пожарная орёт на заднем плане. Они уже близко едут, и мне нужно съёбываться.
или чё? Вот. Также что это след на асфальте. Ну, здесь больше ничего вроде не осталось. Вот. В пожарную часть мы не пойдем, поскольку входа туда нету. Вот. Хорошие в старых играх карманы. Все в них умещается. А то, я помнится, в обезьяньем острове там огромные щипцы в карманах носил. Нормально. Так. Так. Ну, в общем-то, здесь, я так понимаю, нам делать больше нехуй. Так, Волк Трю говорит, чтобы я пошел на скотобойню. Так, вот, на скотобойню поговорить с мясником. Так, нет, сюда я зря вообще пришел, потому что эту часть я уже выполнил. Так, а теперь сейчас внимание, мы будем доминировать мамку. Вот, мамка не дает нам с папкой встретиться, поэтому мы эту сучечку сейчас будем доминировать. Вот это поворот событий. Так, напоминаю, вот здесь как бы родительская спальня, но крепко все заперто. Вот, что делать? У нас есть еще шкаф. Стоит красивый костяной фарфор. Мы сейчас делаем маленькую диверсию, иначе я это назвать не могу. Мы берем мебельную тележку и ее используем на шкафу. Сзади кнопка! Сигнализация! Это система управления сигнализацией, пацаны! Вот это поворот! Вы отключили сигнализацию. Ну, вообще охуеть. Просто охуеть. Так. На улице отверткой. Ну вообще охуеть. Так. Вот у нас тут есть на окнах решетки, прикреплены крестовыми винтами. А у меня как раз есть отверточка крестовая. Ну вообще. Ох, чем они тут с папашей-то занимаются? Ой. Изучить секс-игрушки. Блять, пацаны, я хочу такую секс-игрушку. Экзотическое извращенное любовное снаряжение. No, leave that there. Нет, оставь это здесь. Если кто-нибудь из-за... Marv, what's going on in there? Go. Уходи, go. Уходи. Изучить экзотическое извращенное любовное снаряжение. No, leave that there. Marv, what's going on in there? Ну что, нормальная комнатка. Go. Go. Иди нахер. Так, а здесь у нас что? Ой, зачем? Я не хочу выход. Я хочу обратно. Так, No, leave that there. If any of it turns up missing. Marv, what's going on in there? Go. Go. Потом еще посмотри. Так, читер, стыдно. Ну что же. Так, о какой щели ты говоришь? Я не очень понимаю. Если есть проектор, я смотрю.
картина. Кадр с фильма «Розовый поезд входит в узкий тоннель». Да. Фотография «Бесконечная пытка для бедного старого отца». Так, есть, кстати, нормальная. Вот. Так. Поговорить с папой. Стив. Папа весь забинтован. Стив, это ты решил навестить своего старого отца? Ты мой отец, серьезно? Really? Я тебя не помню. I don't remember you. Please. Прошу, мне сейчас не до шуток. Я серьезно, почему никто мне не верит? Well, ну, ты всегда был шутником, Стив. Не заставляй меня смеяться, помнишь вы? Remember the stitches. Боже мой, что она с тобой сделала? She doesn't know you're here, does she? Does she? No, I had to Нет, я проник сюда тайно. Что за чертовщина здесь происходит? Я знаю, что для тебя это загадка. Священные тайны, происходящие между мужьями и женами, за закрытыми дверями. Возможно, нам стоит поговорить как отец с сыном. Особенно учитывая то, что ты женишься. Короче, всем уроки полового воспитания. Давай. Тогда слушай, я не могу говорить громче. Все это трахеотомия. I can't talk very loud. It's the tracheotomy. Когда мужчины и женщины сильно друг друга любят, они идут вместе в комнату и закрывают дверь, запирают ее как минимум на 3 замка и подпирают дверь креслом, чтобы никто не смог войти или выйти. Затем они снимают одежду и достают огромное множество скальпелей, изогнутых коротких и, самое главное, острых. Затем мужчина залезает на женщину, и затем они при помощи колючей проволоки... Ладно, не напрягайся, тебе нужен отдых. Yes. Да, отдых. Yes. Ну зачем ты пришел? У тебя наверняка была причина, ради которой стоит рисковать. Мне нужно немного мяса, а Пэт не дает его без твоего письменного разрешения. Старина Пэт, на него всегда можно положиться. Вот, сынок, вот твоя подпись, отдай это ему, и ты получишь свое мясо. Now go, son. Go quickly. Before she comes back. Ну что, остается лишь съебать. Некогда болтать пустякам, уходи отсюда, живо. Эх, какие цепи. Эх, мне бы такие. Я бы уж... я бы поразвлекался. No, leave. Marv, what's going on in there? Вот нам подсказывают, проникли в твою щель, избавив от прыщей. Теперь ты, блядь, Кощей, науки будущей. Да, ладно, съебываем отсюда. Это точно игра про тебя и твоих родителей. Вряд ли. Так, мне тут подсказывают, чтобы я сходил к Такеру. Ну что же. Пошли к Такеру, дом Джонсона. Какой-то больной ублюдок поцарапал мою машину. Моя Такер, моя крошка, моя видняшка, моя любимица. Если найду того, кто это сделал, то убью, забью на месте. Я говорил этому тупому шерифу усилить патрули. Но ему все равно, никто не боится этого старого жирного импотента. Я их заставлю бояться! Слышал, что Кэрин пропала? Наглядный пример того, что происходит, когда в доме нет мужской руки. Для правильного воспитания ребенка требуются мужчина и женщина, а так сказано в Библии. Но разве увидишь в этом Эдну? Ни за что. А теперь она потеряла все. Наверное, это хороший момент для появления, пока она чувствует себя уязвимой. Чё? Блять, мужик, ты о чем вообще? Так ты украл ткань у пожарных? Пока нет! Зато я спиздил топор у них и лестницу, а ткань я спиздить не могу, поскольку больше там взять особенно нечего, а само здание заперто. Так, дальше. Раз батя нам дал...
Так, батя нам дал бумажку, то надо эту бумажку отоварить. So, your father так, okayed отец дал согласие на выпуск класса, так как он дал. Эта психованная сука порубила его на кусочки, он быстро идет на поправку. Good. Вот и славненький, держи свое мясо, сынок, а теперь свободен. Главное, нормальная такая реакция. Начальник порубали в куски. Вот, а, на, держи кусок мяса. Это от твоего батяни. А ты их по-английски спрашивал или только по-русски? Да ты же трал, сука, ёбаная. Так. Сумерки опустились на жатву. Опять трактор! Так. Внедрился. Успехов пока что не густо. Здесь нервные люди. Порублен в капусту. Да, замечательное, замечательное произведение. Правда, оно длинное, но вот это... Здесь нервные люди. Порублен в капусту. Да. Так. Динамическое освещение в игре, конечно, потрясает. Но, короче, мы пойдем в пожарную часть. Так, теперь нам нужно... можно поговорить с натурщиком. Jeez, господи, что ты здесь делаешь? Жду, когда меня нарисуют. Ты торчишь здесь все время? Я не персонаж, Стив, я объект. Тебе стоит это запомнить. Персонаж — это его работа, однажды ты это поймешь, а если нет, то это уже будет неважно, потому что ты будешь мертв. Шок? Мертв? Ты уже подал заявление в ложу? Да. Good. Хорошо, ты еще можешь again. Выжить. Полагаю, ты здесь, чтобы выкрасить свёртку ткани. Да, собираешься на меня настучать? Нет, это не моя работа, так как я объект искусства, а его нужно интерпретировать. Я дам подсказку, где находится сверток. Тьма тьмою окружает, а свет на все свет проливает. Охуенная подсказка. Да. И главное, в стелс-режиме проникли и так нас спалили. Ты чё, ебанутый? Ты чё тут делаешь? Вот два чую. И главное... Ну, разве что здесь, в камине... Так, что бы еще здесь можно было изучить, кроме камина, здесь-то нихуя нету. Вот, так. Натурщик, видимо, замерз. Okay. Well, that didn't work.
Okay. Well, that didn't work. Well, that didn't work. Сказано заюзать лестницу на стене. Вот, но... Well, that didn't work. Куда именно не сказано. Okay. Вот, и я даже по прохождению вот... Oh, man. Okay. Страдаю в результате. Изящно покрашенный бирюзовый цвет выключатель. Так... Так, не дотянуться. Ну, раз не дотянуться, у нас есть лестница. Well, that didn't work. Well, that didn't work. Damn it. Oh, man. Okay. Well, that didn't work. Okay. Damn it. Oh, man. Oh, man. Well, that didn't oh, work. Oh, man. Okay. Damn it. Oh, man. Well, that didn't work. Well, that didn't work. Oh, man. Damn it. Well, that didn't work. All right. Слушай, лестницу ты забираешься наверх и достаешь кусок ткани из настенного светильника. Аллилуйя! Вот оно как должно было быть. Короче, у меня теперь есть... Так, это записка. Шериф, если думаешь, что я буду платить тебе вечно, то ты спятил. Есть предел, Бойл. Охуенные у меня вещи. Так, тампоны, это, конечно, хорошо. Где же та хрень, что я взял только что? Обгоревшее объявление, ключ от люка, фотоаппарат, записная книжка шерифа, которую так и не заценили. Так, депозит Бойл, амуниция у тюльпана, депозит Бойл, Дэтче, Уэдны. Вообще, охуеть. Вот это расходы. Так. Что у меня еще есть? Виллы, мебельная тележка. Ой, лиловая ткань. Ну, вообще, охуеть. Ну, все, теперь-то уж точно можно идти. Смотри на тень. Странная тень отбрасывает левый светильник на потолок. Но не такую уж и странную какую-то... Тень как тень. Ладно. Мне, как аутисту, это сложно. Вот пишет он, свидетель, заруби его топором. Можно, в принципе, и... Ну, давай попробуем зарубить топором мужика. Не знаю, что из этого получится. Отбрасывал, пока ты ткань не вытащил же. Ну, давай. Так, берем топор. Still here, eh? Все еще здесь? Да мне идти, Стив. Ты уже подал заявление в ложь? Yes. Да. Good. Хорошо, ты еще можешь выжить. Вот так вот. Может, ему ебало набить, а? Да. Педик. What were you thinking? Чем ты думал, когда нападал на человека при таком количестве свидетелей? У тебя будет много времени над этим поразмыслить, сынок! Somebody help me! Какие свидетели, блядь? Свидетелей не было! Too late for that, boy, ain't it, Sergeant? Indeed it is, Sheriff. Answers may
Нет, не сохранился. Охуенная сцена. В общем, фейл у нас вышел, но ничего и страшного. На сегодня действительно, наверное, уже пора хватит. Пора заканчивать, а мы продолжим в следующий раз. Итак, ровно 2 часа идет наша вторая часть. Ну что же, спасибо за всем за внимание. А я пойду прокрастинировать дальше. В общем-то, думаю, на неделе этой мы закончим. Там написали: «Блядь, меня аж трясёт!» И парнишку убил топором, а после пошел за дилдом. Да, хорошая переделка песни к Брэду, это Академия. Хотя и у них, по-моему, тоже переделка, только я уже не вспомню на что. Итак, на сегодня все. Радио Анонимус мы доставляем.